Всем привет, подписчики и гости нашего канала. Вы на канале Прикоснуться к играм. Ребят, сегодня нам добавили джип. Не знаю, кстати, что это за фигня. С пулеметом обычный инсургент, только переделали немножечко. Также открываются 4 двери. Вот смотрите, вот такая большая машина. Прокачать ее можно только лишь, если у вас или командный передвижной пункт есть, или вот эта хрень. Я просто забыл, как она называется. Авенгер. Так, давайте я открою. Да, открой ты просто дверь. Не садись туда, не надо, не садись. Правильно, молодец. Так. Вот смотрите, салон. Салон, ничего сверхъестественного нету. Так, сейчас мы еще. Ну залезь же ты за. Спасибо. Так, ребят, вот пулемет. Слушайте, как стреляет. Вот так. Вот я сзади сижу. Я не могу. Ребят, ниже просто не опускается. Так, и давайте заедем и узнаем, как его можно прокачать. Какой тюник на него есть. Даже звук мотора такой же остался, как в Инсургенте. А, подождите. Смотрите, где он продается. Вот он, ребят. Стоит 1 775 000. Смотрите, покупайте. Пользуйтесь, если, конечно, вам нужен он. Так. А. Заезжаем. Прокачать его нельзя. Это, например, Los Angeles Customs. Это, кстати, очень сильно меня огорчает. Так, ребят, броня, ну, 100%. Тормоза, ребят, ну ставим тоже 100%. Бамперы. Бампер, ого, сколько бамперов, ребят, вот это да. Смотрим. Мне вот такая уже нравится. Ух ты, какая ты бандурина еще внизу. Ну, это уже типа такой поменьше, такой, ну, бампер такой более. Так, я себе хочу сделать, знаете, какое? Думали, или вот такой вот, ребят, или вот. Не, вот такой будет. Пусть вот такая бандурина, такая не слабая. Так, и сзади. О, вы нам покажете зад, да ладно, неужели?
Да, вот такой вот сет тоже хочу и сзади сделать. Так, ребят, движок. Ну, здесь понятно, четвертого уровня. Глушитель, блин, ё-моё, сколько есть глушителей. Так, смотрим дальше. Ё-моё, ребят. Вы это видите, да? Повернуть, кстати, ребят, получше не могу, потому что, ну, не поворачивается. Просто тупо не поворачивается. Дофига, просто их нереально много. Так, ну я буду ставить самый дорогой. Так, решетка радиатора. Давайте куль замастырим. Не знаю. Давайте такую. Так, теперь смотрим капот, ребят. Да, офигеть, сколько из капотов, блин. Всякого дерьма здесь есть. О, вот такой вот мне нравится. Ну, я вот такой вот себе возьму, а потом дальше пойду. Ну вот, вы видели, я себе такой просто взял. Так, клаксон. Вот этот КамАЗа. Так, фары ксеоновые. Так, раскраска. Ну, ребят, здесь... Ну, вообще, я хочу поставить, знаете, сразу же. Здесь вот две бесплатные вот мне дали. Так, я буду ставить вот, вот такой в оранжевом цвете. Хотя, нет, все-таки синим. Ладно. Так, номера, номера, номера. Так, окраска, основной цвет. Так, дополнительный цвет у меня будет. Так, и эмблема банды ставим. Так. Ну, ставим, не знаешь, что. Ребят, дополнительное оружие еще можно поставить.
205 тысяч. Ну ставим. Смотрим потом, что будет. Так, пороги, ребят. Ну, пороги я не могу рассмотреть, честно, вот, ребят. Просто вот, ну, я не знаю, сможете, увидите. Ну, тут что тут светлое добавилось. Что-то еще добавилось. Хз. Так. Ну, давайте вот такую вот, не знаю. Трансмиссию гоночную поставим. Турбонаддув. Так, колеса. Знаете, колеса вот я оставлю такие же, как вот были. Хотя, подождите, я на них поставлю пулестойкие. Хотя... Ага. Так, стекла. Ну, полная тонировка. Все, ребят, прокачали. Выезжаем. Даже рассматривать здесь его не будем. Выезжаем, там рассмотрим. Ну вот такая вот хрень получилась у меня. Просто по-другому не назовешь. Хрень есть хрень. Разбивает хорошо этих придурков. Так. С какого я могу пулемета теперь пострелять? Ух ты, это покруче пулемет. Так, сейчас поставим. Без это Лестера позвоним. Hey, what's up? Well, how can I help? Так, все, без участия. No problem. Ну, мне пулемет больше нравится. Быстро вообще прям разбирает машины. Так, а еще в какую-нибудь могу сесть? Так. И вот и просто могу просто в транспорт сел. Так. Косятька. Прикольно здесь. Стала более такая, ну, впереди типа бронированная. Так. Сколько, надеюсь, она выдержит, если в нее шмальнуть? Выжила? Выжила. Уйдите, пацаны, уйдите, пожалуйста. Ребят, три выстрела. Три выстрела. Если с человеком, еще примерно выстрела три. Самое большое. Да что? Да хватит меня сбивать! Блин, я что, невидимка, что ли, а? Придурки.